Стараемся играть агрессивно, потому что у нас большой, ну, глубокая скамейка, поэтому мы можем играть плотно всю игру с частыми заменами, поэтому стараемся вынудить соперника ошибаться и тратить умную энергию, чтобы вводить мяч. We need to play better defense, guys. Let's fight. Let's fight. Don't give, don't give them shape. Мы получали в зоне мячи, они сразу шли в дабл. Мы двигали мяч, открытые броски были, так что если ты открытый, должен бить и забивать. Отыграли очень неплохо в защите, справились с двойным нападением на большого, то есть было очень много свободных таких атак, бросков. Ну, в целом, конечно, от защиты. Попали мячи свои, вот эти свободные. Ну, опять же, надо отдать должное, что били действительно свободные мячи, то есть не особо тяжелые, дай бог попали. Started with in practice. We didn't have a good week of practice, so it carried over to the game. We have to bounce back and work harder in practice, and we'll see the results in the VTB. So quick turnaround, plan a week, and just stay focused.